Давайте дальше продвигаться. Так, открываем. Давайте попробуем найти выход. Внимание! Система пожаротушения вышла из строя. Пожалуйста, перекройте подачу кислорода вручную, чтобы остановить пожар. Не задействованы. Да, давай. Так, давай. Внимание. Подача кислорода упала до 33%. Зона не соответствует условиям жизнеобеспечения. Пожалуйста, проверьте личные запасы кислорода. Да, проверяем. Ну смотри, мне нужно убрать отсюда кислород. Правильно я понимаю? Чем меньше кислорода, тем быстрее мы это с вами потушим. Давай пробовать. Ну, по идее, здесь еще что-то должно быть. Нет, не то. Тут тоже не то, да? Где-то же должна еще быть такая штука, где мы должны батареи будем с вами вытащить. Насколько я понял. Или нет? Смотри, мы на 33%, да, ее потушили. А, должны на сотку убрать. А где сотка? Одна батарея, вторая батарея. Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу. Уйди, пожалуйста. Все, хорошо. Да, использую. Куда бежать? Еб твою. Что это такое? Это чужие? Давай, уходи, 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 уходи. Серьезно? А где мне взять батарею? Неужели мне нужно вернуться будет? Походу нужно вернуться, да? Отказ системы жизнеобеспечения. Подача кислорода на нуле. Зона непригодна для проживания. Используйте личные запасы кислорода. А где батарея? Ты батарея? Да, ты вроде, да, батарея? Ладно, понесли. Угу. Вот иди. Ну все, справились, красавчики. Я думал, будет гораздо хуже. Это все, ёб твою. Что ж ты так дядю пугаешь? Все, лежать. Айзек, шаги. Он хочет, чтобы я следовал шагам. Шаг один. Залезть в темную машину. Стросс, успокойся, он тебе не навредит. Он хочет, чтобы я залез в темную машину, Айзек. Но я не могу. Она там. Она ждет меня. Стросс! О, господи, господи, боже! Стросс, слушай меня. Мы должны двигаться дальше. Ты можешь добраться до поезда? Он идет. Я не могу говорить. Кто идет? Это у него оголенные? Или кто там идет? Так, дай посмотрю. Задача туда, хорошо. Это что у нас? О! Штука, с помощью которой мы можем улучшаться с вами, да?
Нужно будет насобирать их хотя бы штучек 5, а потом уже идти и искать, где мы можем улучшить с вами это все. Бонжур. Донде стали библиотеки? Ребят, есть кто? Стоять. Окей. Ну по-любому сейчас, да-да-да, хотел сказать, по-любому сейчас будет, еб твою, нападать. Ага, спрятался, ля. Грёбаные бабайки. Отстань от дяди. Отстань от дяди, пожалуйста. Ой, все. До побачення. Буду я тут с вами играться здесь. Ага, я не смогу, не смогу. Уйди, уйди, тебя сейчас ударят. Успею, интересно. Вроде успел. Открой, 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 открой. Айзек, он ушел. Слушай, шаги могут разрушить обелиск. Шаг один, залезть в темную машину. Шаг два, со всех сторон закручиваются винты. Я не понимаю. О, господи, он вернулся. Нет, 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 нет. Ладно, нам нужно найти машину, я так понимаю, какую-то, и закрутить себе, себе винты, да? Давай, давай поможем. Побежали. Сейчас погодь, малыха. Не подходи. Хочешь говорить? Говори оттуда. И не ври, что хочешь помочь. Последний такой помощник пытался меня замочить. Успокойся. С чего мне тебя убивать? Вот. Правильно. Попробуешь, и ты труп. А ты куда пошла? Алло. Может, мы поможем друг другу? Слушай, давай начнем разговор сначала. Я Айзек. Элли. Чего тебе надо, Айзек? Я пытаюсь добраться к транспортному терминалу. Мне нужно в правительственный сектор. А мы, по-твоему, чем занимаемся? Слушай, я могу помочь. Шансов спастись больше, если держаться вместе. Разве не так? Ага, как же. Сейчас любой лишний человек обуза. Я открою дверь, но дальше каждый сам по себе. И, пожалуйста, не ходи за мной, окей? Подожди, подожди. Я так понимаю, у него мозг в грудь ушел. Ждите. Ясненько. Сейчас, погоди. Давай заберем эту штуку. Заберем, попродаем потом. Что значит не ходи за мной? Ну реально было б... вдвоем бы безопаснее.
Ёб твою. Вот кто знал. Вот реально, кто знал, что тут эта штука будет. Так, время, наверное, сохраняться. Время сохраняться. Да, давай делаем вот так. Ага, аптечек у нас нету. Мне бы аптечку купить бы. Все-все-все, успокойтесь, пожалуйста. Ага. На этих мелках можно такую пушку использовать. Это что такое? Ты что, ёбнулся? Хватит, хватит, все, 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 ребят, давайте дружить. Я пришел с миром, честно. Все, заходим. Заходим, заходим. Да, говорю, с миром я пришел. Че ты до меня докопался, а? О, здорово. Что там? Что такое, игра? Откуда эти новые монстры? Жесть. Иди к мамочке. Иди к папочке. Не нравится, да? Мне тоже не нравится, когда на меня нападает и кусь делает. Вроде уже взрослые, а ведете себя как непонятно кто. Что, я упускаю? Угу, понял. Что-то я... я подобрал с вами какое-то голосовое сообщение, да? Ладно. Не хочет проигрывать и не надо. Блин, у нас еще и галюны. Ага, вот сейчас здесь начнется, да? Помните фильм «Факультет»? Когда тоже под такой штукой в конце убегал главный герой, а она пыталась раздавить его. Кто смотрел фильм «Факультет» старенький? Можно написать в комментариях. Если не смотрел, то посмотри, прикольный фильмец. Так, ёб твою. Ой, а я что-то взорвал случайно. Так, раз. Два. Я уверен, хакеры так и взламывают. Что-то мне так кажется, что хакеры так все и взламывают. Куда идти? Угу, понял. Ну да. Куда же без вас, ребятки? Куда?
Куда ж, ребятки, без вас, правильно? Все? Желающих больше нету. Ёб твою. Мать твою. За ногу. Лучше по птичек дали б побольше. О, шикарно. А вот и выход. Так, а тут есть что-нибудь? Да, есть. Баблусики и еще какая-то мелочь. Угу, побежали. Ты намекаешь, что сейчас на меня нападать будут? Боюсь, если будешь слушать меня, вскроешь себе вены. Со мной этот трюк не пройдет. Можешь дурачить с троса, но я знаю, что ты не настоящий. Если я не настоящий, кто же стоит перед тобой? Всего лишь галлюцинация. Строс знает, как тебя уничтожить. Знает, как уничтожить обелиск. И мы тебя уничтожим. Как это удобно, уничтожь обелиск, и вся боль уйдет без следа. И больше никогда не надо будет слушать свое сердце. Женщина, отстаньте от меня. Я просто хочу выбраться отсюда и отправиться домой. Сколько мы здесь провели? 5 лет, он сказал? Что-то вроде этого, да? Так, будь готов. Айзек, это Элли. Я тут кое-кого нашла. Еще один выживший говорит, что знает тебя. Айзек. Я же сказала, не рыпайся. Элли, полегче. Это Строс. Я знаю его. Он какой-то дерганый. Я ему не доверяю. Не рыпайся. Элли, мне нужно, чтобы он не умер. Он мне нужен. Черт. Ладно, Айзек. Я выведу его к терминалу, но если он выкинет что-то, хоть что-то, я его пристрелю. Договорились. Где мы находимся? На корабле, я так понимаю. Сколько здесь уровней? Мы на лифту уже едем, наверное, этажей 17. Кто это все построил? Угу, направо, да? Интересно, кто это все строил? Так, до сюда. По-любому мы сохраняемся, я не хочу реально, как в прошлой серии, залипнуть на одном месте на 15 минут. Да, я угадаю. Сейчас отсюда выпрыгнешь, да? Айзек, мы здесь! Да давай же, двигай! Привет, Айзек. Знаешь... Мне тут не по себе. Только утром я с трудом выбралась из этого CAC-комплекса. Так ты из CAC. Пилот грузовой платформы класс 4. А ты? А ты? Инженер. Ботан. Блеск. Вот дерьмо. Начинается. Он найдет меня в темноте. Заглохни. Просто вырубился свет. Народ, вы там в порядке? Нет. Черт. Жизнеобеспечение. Что с ними может случиться? Это нехорошо. Два наших последних субъекта, Кларк и Строс. Так и знал, что рано или поздно вы доберетесь до терминала. Вагонетки больше не ходят. Ты в своем уме? Отключил систему жизнеобеспечения. Тут могут быть другие выжившие. Условия в гражданском секторе уже давно несовместимы с жизнью. Я не могу позволить вам сбежать. Прощай, Кларк. Да, давай, до побочки. Черт, Айзек, берегись! Он бежит к тебе! Кто? Где? Иди за мной! Еб твою. А вот и они. Они продолжают.
Хорошо. А что это такое? Айзек, ты там как? Ну, нормально. Думаю, мы отбились. Пока что. Почему ты, Эдмон, отрубил питание? Чем ты ему так насолил? Элли, ты знаешь, что такое обелиск? Да. Юнитологи из моей команды только о нем и говорили. Он что, существует? Да, существует. Тейдман создал его, используя код. Данные, которые хранятся у нас в головах. Все, что происходит на станции сейчас, происходит из-за обелиска. Я должен добраться до него и уничтожить. Астрос знает, как это сделать. А ты занятный тип, Айзек. Ты мне поможешь? Или помогу тебе, или задохнусь. Выбора особо нет. Хорошо. Тогда нам надо восстановить питание. Или останемся и без транспорта, и без воздуха. Должен где-то быть запасной источник. Ну да. Наверху есть солнечный кластер, но он пылится уже много лет. Ясно. Я иду туда. Надеюсь, получится его запустить. Кто-то должен будет раскрыть солнечные батареи. Беру это на себя. Только присматривай за стросом. Так, дай угадаю, нам в эту дверку, да? Что-то там кого-то нужно запустить. А можем мы с вами пойдем солнечные батареи открывать, а она пусть тут побегает. Как вы думаете? Так, мне нужен магазин, чтобы продать все это добро. Мне реально нужен магазин, чтобы это все продать. О, здорово. Ёб твою. Все? Закончились? Жесть. Может, ты закончишься уже рано или поздно, или нет? Или сколько в тебя надо? По идее должен закончиться. Так, ты кто? Вроде никто. Хорошо, что у нас эта штука была останавливающее время. Потому что реально мы, наверное, не прошли ПО. Элли, как там Строс? Без электричества. Тут любой звук слышно за несколько кварталов. Он нас выдаст. Элли, не позволяй ему уйти в себя. Я должен узнать, что он пытается сказать. Они туго закручиваются. Так. Это что такое? Да не ты. Ты знаешь, ты бяка. Ага. Божечки, как ты лезешь? У тебя же ни головы нету, ни ружечек, ни ножичек. Как ты лезешь, а? Так, продавайте вещи. Войти. Ты мне мешаешь или что? Как мне войти, магазин? Это что такое вообще? Почему меня заглючило что-то? Почему вечная? Ладно, давай сохранимся. А я даже сохраниться не могу. У меня игра под да?
Понял. Я даже сохраниться не могу. Стой, 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 стой! То есть оно должно у меня убираться из рук, видите? Оно у меня с рук не убирается. Что это за бред? Улучшить. То есть у меня... Я не улучшиться не могу, не сохраниться не могу. Так, бросить. У меня оно не срабатывает. Как мне убрать оружие? Видите, раньше у меня такого не было. Но мне надо было целиться на правую кнопку мыши. А сейчас мне не надо целиться. Угу. Ладно. Идем дальше. Возможно, просто нужно перезайти в игру, как думаете? Но я реально хочу здесь этот... скупиться. Давайте, наверное, я сейчас выйду с игры, перезайду обратно, и если разлагает, будет хорошо. Если нет, то пойдем дальше. Так что я не прощаюсь, буквально еще через секунду вернусь. Не, ребят, не получи разлагать это все. Я не знаю почему. Что не так. Я даже не могу ударить это все. Реально даже не могу это все ударить. И бежать даже не могу. Так, тихонечко. Все? Разлагала? Или нет? Вроде бы да. Хорошо, потому что я дальше реально не смог бы ни сохраниться, ничего сделать. Как там Строс? Без электричества. Тут любой звук слышно за несколько кварталов. Он нас выдаст. Элли, не позволяй ему уйти в себя. Я должен узнать, что он пытается сказать. Они туго закручиваются. Так, я надеюсь, что оно реально разлагало, потому что дальше мы реально не сможем пройти, так как единственное сохранение, где у меня есть, это там, где мы только что монстра убивали. Все, есть, шикарно. Давай теперь скупимся. Стой, нет, назад. Выйти, на меня бегит кто-то. Где ты? А. Мелкие, да? Давайте аптечек закупим. Так, что это? Продать? Уверены? Ну да. Не знаю, надо нам это, не надо. Что это такое? Заряда для лазерного пистолета максимально. Так, картридж для мин. Нет, не то. Все. Давай скупляться. Где у нас тут аптечки? Так, средняя аптечка. 5000. Давай, раз, два. Эту штуку, да. И закупаем еще аптечек. Все, хорошо, выйдем. В принципе, по патронам еще нормально. А вот аптеки нам нужны. Давай смотреть. Давай X, да, улучшать. Урон. Урон чего именно?
Урон в воздух. Как раз нам хватит на воздух, да? Хорошо, улучшенный силовой резак. Импульсная винтовка. Объем. Урон. Не, давайте, наверное, пойдем. Костюм. Так, время, энергия. Да, вот так вот. И пошлите в костюм. Урон. Не знаю, что за урон. Конкретно это типа, когда мы руками бьем или когда мы наносим удар оружием. Все, теперь мы сохраняемся. Хорошо, что она разлагала. Не хотелось бы закончить игру на этом бы месте. Хотелось бы полностью ее пройти. Все, отлично, пошли. А точнее, побежали, да? Куда нам нужно? Прямо. Стыковочная капсула сошла с рельсы. Наряд на работу направлен в инженерную службу. Да, я угадаю, мне сюда нужно. Тут проблемка. Кажется, лифт, на котором можно подняться до солнечного кластера, болтается где-то внизу шахты. Блеск. Не переживай. Починим. Я выйду наружу и посмотрю. Так, стреляйте по красным, да? Стреляйте по красным. По каким красным и по чем стрелять? Так, погоди. Нет, не то. Дай, дай, угадаю. Нет, не угадал. Не то, не то, не то. Сейчас, ребят, дайте мне сообразить. Ага, вот вижу. Не достаю. Вот, достал. Все, все. Или не всем. Пока непонятно. Что тут нужно делать? Давай эту штуку заберем. Отлично. Сюда нам нужно? Не, походу не. Ага. Есть. Элли, я починил лифт. Направляюсь к кластеру. Как там Стросс? А ты думаешь как? Слышишь, какую пургу он несет? У него галлюцинации, Элли. Это симптомы болезни. У нас будут проблемы. Уже есть. Не стойте на месте. Что это такие ивенты? Так, нам вот сюда нужно вернуться. Правильно я понимаю? Да. Давай открывайте, давай бежать назад. Ёб твою. Давай, 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 давай. Это, конечно, все хорошо, но у нас патрошков нету. Как вы могли заметить, у нас... Да. У нас всего 38 патронов. Я все потратил на аптечки. Бля, как красиво. То есть это какой-то город в космосе, я так понимаю. Ну да, я бы тоже здесь бы пожил бы немножко. Конечно, без монстров.
конечно, без монстров. Пожалуйста. Пожалуйста, нет, 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 нет. Где ты? Ля, ты какашка. Все, 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 отстань. Отстань, дядя. Ну все, ну отстань от меня. Угу. А нас в космос сейчас не вынесет полностью, не? Бластер, шмастер. Что здесь происходит? Прикольно. Ага. Ладно, бластер, шмастер, побежали. Бум. Так, извините, я этого не заметил. В лице я таки извиняюсь. Ага, он еще сверху. Ну, аптечек у нас теперь много. Так что почему бы и не воспользоваться ими. Не-не-не, никаких кластеров в этой зоне. Пожалуйста, отойдите от двери. Так, магазин. У меня я могу купить себе магазины в магазине. Так, плазменные заряды для резака, да? Нема, максимальный размер. Хорошо, снайперская не то. Угу. А здесь я ничего не набрал. Аптечки, аптечки, аптечки. Ладно, мы уходим. Уходим, выходим. Давай смотри, 38. Шикарненько. И что мне делать? Ага, ну мне сюда надо. Ваш X не авторизирован для доступа в этой зоне. Пожалуйста, отойдите от двери. А то что? А то что ты сделаешь? Может, мне нужно разбить стекло или нет? Или мне нужно просто заморозить тебя? Для доступа в этой зоне. Пожалуйста, отойдите от двери. Ясненько, опять загадки, да? Так, что делать? На, держи. Все, теперь я авторизирован, либо нет. Или мне нужно вот этого вот брать с собой. Давай попробуем взять. Идентификатор X распознан. Приветствую вас, станционный смотритель Говард Филлипс. Здравствуйте. Надеюсь, вы хорошо спали.
Да, отлично. Надеюсь, мне не надо будет за ним возвращаться. Обнаружен неавторизированный посетитель. Активирована система автоматической защиты. Смотритель Говард Филлипс. Пожалуйста, введите голосовой код для допуска вашего гостя. Это как Элис, да? Помните, как было в корпорации Umbrella? Нормально. Это неплохо мэкнуло. Ладно, давай уходить отсюда. То есть вот этих ты пропускаешь, да? А меня ты пропустить не можешь. Ой. Ты отстань от меня, пожалуйста. Просто отстань от меня, пожалуйста. Не-не, выйди. Божечки ты мой, сколько их здесь. На. Получи, падла. А тебе все еще, да, мало? Только получил, все еще мало. Так, Киндер Пингвик, дайте мне починить эту штуку. Внимание у смотрителя Говарда Филлипса. Производится неавторизированный доступ к лифту. Пожалуйста, примите меры. Принял, проверяй. Так, ты кто? Ну, понял. Так, что это за штука светится? Погоди. Шикарно, пошли. Понял, к нам на лифт нужно как-то добраться. Гребаные карапузы. Все, до побачення. Просто до побачення, ребят. Интересно, у меня, по-моему, еще одна штука есть. Или мне не дадут это сделать? Я не понял, зачем я включал электричество, если эти монстры за мной бегут. Сразу же, а? Кто мне скажет? Ну, то есть им даже не надо и на лифту ехать. Почему эти все понты были? Куда? Так, верстак, магазин, задача. Хорошо, давай вернемся. Давай вернемся, посмотрим. Возможно, я просто это делал, чтобы верстак улучшить. Что ты от меня хочешь? Ну я ж только отсюда вернулся. Куда там дальше? Ладно, возможно, что-то упускаю. Мне взлетать надо? На альт? Вот оно чё. Понял. Вообще похер, сказал бы я, но
Увы, тут и меня разорвало. Да. Как вовремя, да? Вообще похер я. И тут его разрывает. Включена система противодействия. Ёб твою. Давай, ребят, по одному. Ну? А закрыть ты не хочешь? Молодец, умечка. Так, хорошо. Не, понимаешь, что детки цветы жизни, там все дела, но ну, не такие вот. Карапузы. Внимание смотрителя Говарда Филлипса. Производится неавторизированный доступ к лифту. Да, да, да. Пожалуйста, примите меры. Принимаю. Принимаю, проверяй. Вы все равно от меня не отстанете. Вы все равно от меня не отстанете, правильно? Пока я с вами не разберусь. Так что давайте разберемся. Что я там что-то прокачивал вроде. Если не ошибаюсь. Так, сейчас должен еще кто-то напасть, по-моему. А да, вот он. Так, давай костюм лучше. Хотя, может, давай, может, модуль лучше. Да, давай, наверное. Да, пойдем, да? Вот так, и... Не-не-не, куда ты? Я не закончил. Вернись, пожалуйста. Божечки, я F-ку нажимаю. Мне нужно нажимать X, а я F-ку нажимаю. Так, во время, да, пойдем? Все, хорошо. А потом нужно будет костюм улучшить, потому что что-то маловастенько у нас всего. Да-да-да, сдавайся, это я слышал. Все, сдаюсь. Так, ребят, давайте, наверное, на этом серию и закончим. Следующую серию уже продолжим и пойдем с вами дальше. Блин, какой же прикольный тут городок в космосе. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом.